И из них 800 были из Франции. Они возвращаются опаленные кровью, с оружием в руках, может быть, и эта война будет продолжаться. Но навязывать всему миру, что давайте исходить из догм, выработанных религиями, любыми, я не говорю ислам, это нельзя сегодня. Вы понимаете, что все светские государства, что эти новые молодежи сказать, уберите смартфоны, забудьте про любовные отношения. Что религия говорит? Не, значит, не прелюбодействуй. Ну, дайте молодежи сегодня такой лозунг. Нет, всем прекратить...